А у нас дождик пошел. По крыше стучит. Сегодня у нас настоящая осенняя погода. Но очень теплая. Легкий дождик. Совсем легкий дождик. Но к концу дня, может, он и разыграется. Мы посмотрим. Доброе сентябрьское утро, друзья! Приветствую вас из Одессы. Вот и закончилось лето. Закончились наши всевозможные развлечения. И, конечно же, лето уже позади. И этому доказательство вот такая вот серая погода и наш дождик. В общем, осень наступила. Но кто не любит осень? Я лично люблю очень осень, потому что летом, конечно, это все хорошо, но жарко. И иногда тяжело переносишь вот такие вот очень знойные, жаркие дни. А сейчас еще не холодно, но уже и не жарко. И все равно все продолжает цвести. Конечно, цветочки радуют. И погода уже комфортная. И, конечно же, для меня лично это самое лучшее время, когда уже нет жары и еще нет холодов. Вот, не знаю, я вот очень люблю именно этот период. Период осени, когда уже и урожай весь созрел. У многих из вас тоже. И овощи, и фрукты. И природа продолжает радовать. Зелень еще на деревьях, еще все зеленое, еще травка, листья. В общем, все как положено. Почти как лето, но уже жары такой нет. И уже, я думаю, до следующего года уже жары не будет. Поэтому сейчас у нас моросит мелкий дождик. Я уже допиваю свой кофе. Ну и, конечно, пойду сегодня что-нибудь приготовлю. Знаете, у меня уродила тыква. Я вам показывала как-то, что у меня тыква заполонила там на маленьком кусочке все мои растения. Там огурчики, помидорчики росли. Конечно, тыква все заполонила. И сейчас у меня уродила такая тыква. Я сейчас, конечно же, вам ее покажу. Ох, какие близняшки. Двойняшки-близняшки. Ну и вот какая красотка. Желтенькая, оранжевая. Ну и, конечно, они тут у меня и зелененькие, и желтенькие, разные. Вот какие. Вот какая тыква у меня уродила. Так что Хэллоуин есть с чем гулять, отмечать. Вот, но пока... Пока мы будем готовить что-то вкусное. И я, конечно, много готовлю блюд из тыквы. Вот помощница идет. Они все, как только я сюда сажусь, они все бегут за мной. Многие, конечно, готовлю блюда из тыквы. Я и кашу, когда варю, я туда так кусочки нарезаю. Ну и, конечно, такую вертутку в тесте закручиваю, натираю на терочку тыкву. Вот, наверное, это я сегодня и приготовлю. Это такое самое простое. У меня на канале где-то есть.
вертута с тыквой, поэтому я уже готовила много раз. Вот. Ну и, конечно же, еще многое-многое готовлю. Я добавляю их, когда жарю овощи, и могу и тыковку туда порезать, пожарить. В общем, так это обжариваю на сковородочке на растительном масле. В общем, тыква – это очень такое полезное, полезный продукт, овощ. И не знаю, как кто, но я очень люблю. Поэтому, конечно, сегодня в такую погоду, вот сейчас немножко дождик прекратился, но небо такое серенькое-серенькое, и думаю, что и дальше будет продолжаться сегодня. Но главное, что не холодно. Я в такой легенькой, тоненькой кофточке. Ну и, конечно, наслаждаюсь утренней такой вот легенькой прохладой. И сейчас подышу воздухом и пойду что-нибудь приготовлю вкусненькое. Что-то вкусное нашел. Что-то было вкусненькое. Мои друзья. Ну и, конечно же, и соседский здесь. Они его не кормят, поэтому он кормится здесь у меня. А потом гуляет целый день. Но так как моросит дождик, они все собрались здесь. Да, вся компания в сборе. Где-то далеко петухи кричат. Устали, уморились. Отдыхают. А я, конечно же, тем временем уже все сделала. И сейчас покажу мою вертуту. Вот какая она. Сочная, румяная, зажаренная. Красота! Так что вертута готова. И сейчас, конечно же, я буду ее дегустировать. Ну, а вам всем приятного аппетита, кто за столом. Пока!